Я вообще считаю, что господин Онищенко такая одиозная фигура, да, и мало найдется в нашей стране людей, да, наверное, за ее границами, которые такую фамилию не знали и, честно скажу, наверное, неким образом не побаивались. Поэтому мощный чиновник, жесткий, я думаю, что он был на своем месте, хотя, конечно, некие законы были мне до конца непонятны. Но он профессионал, ему виднее, и честь ему и хвала.